много случаев, которые совершают подростки с оружием. Поэтому хотелось бы обратить ваше внимание на то, как правильно содержать. Все вы не первый год, наверное, имеете это оружие. В отделе лицензионно-разрешительной работы по городскому округу Щелково Главного управления Росгвардии по Московской области состоялась встреча заместителя главы округа Виктора Семина и начальника этого отдела Светланы Сухоруковой с владельцами оружия. Собравшимся напомнили о необходимости соблюдать технику безопасности и их огромной ответственности перед окружающими, особенно детьми и подростками. Как правило, о своих правах граждане знают, а вот об обязанностях нередко забывают. Неправильно хранят ружья и карабины, оставляют их в местах охоты. Поэтому особое внимание в округе уделяется профилактическим мероприятиям. За разрешением на оружие граждане могут обращаться в отдел лицензионно-разрешительной работы. Он находится по адресу город Щелково, Пролетарский проспект, дом 9/3. Также можно подать заявление через портал госуслуг. Анна Приенко, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.